Значит, друзья, именно эта игра, именно эта тачка повлияла на, можно сказать, меня. Потому что, может быть, кто-то еще помнит. Тоже напишите, пожалуйста, только честно, кто помнит. У меня, ну, не так уж и давно это было. У меня вообще канал назывался... То есть я-то был Булкиным, ну, свою почти всю сознательную жизнь. То есть, ну, мне кажется, ну, не всю, хорошо, лет с 11, может быть. Ну, где-то так, наверное, да, примерно 11 лет, даже, может быть, побольше. Короче, не суть важно, я, короче, Булкин. Откуда же взялось это вообще, да, и вообще, что происходило? Дело в том, что в то время я очень любил игру Flatout, я играл и в первую часть, но во вторую я прям задротил очень жестко, в том числе в онлайне, я тоже это рассказывал, но повторю сейчас, да, некоторые моменты будут повторяться, некоторые что-то новенькое расскажу. И, соответственно, кстати, да, было бы логично эту тачку поменять на Bullet, потому что в сам, ну, в Сан-Андреас есть тоже Bullet, но я поменял ее на Infernus, ну, чтобы, типа, самый топчик был. Вот, и, соответственно, я очень много и очень много реально играл в Flatout 2. По сетке участвовал, так скажем, различных локальных, интересных, ну не только локальных, в общем-то, чемпионатиках, да. То есть мы там прямо соревновались, там были и медальки, и вся фигня. И дело в том, что, ну, эта тачка, в принципе, была самой крутой, потому что она была из класса Street. Ну, кто играл в Flatout, тот поймет. Типа, самый пиздатый класс, и она самая быстрая, при этом крепкая. То есть у нас Flatout — это же гонки на разрушение, плюс там как бы обычные гонки, плюс дерби. И как бы на ней можно было и быстро, и как бы она крепкая, ну, короче, прям хорошая машина. Я катался на ней, ну, в принципе, не только я, то есть там, да, допустим, у кого-то тоже она была. Но мне настолько она нравилась, мне нравилось это, знаете, название Bullet GT, типа, ну, Bullet — это же пуля, вот, пуля GT, ну, типа, так прикольненько. И, короче, я что-то, знаете, где-то на форумах начал там регистрироваться как Bullet GT. До этого у меня как бы толком-то ника никакого. Ну, были различные, я даже не хочу их вспоминать, честно говоря. Вот. И что-то Bullet GT, Bullet GT, а как бы, ну, Bullet также был и в Сампе, да? Опять, фу, блядь, в Сампе. Ну, в Сампе тоже он был, ну, в Сан-Андреас, в общем-то, если, да, так обсуждать. И, соответственно, что во Флотауте эту тачку называли Булкой, что и в Сан-Андреас эту тачку называли Булкой. Вот, и, соответственно, отсюда и пошло, что, как бы, люди, я не знаю, как бы я такой был, как бы, кругленький, пухленький, и, как бы, вроде подходило мне, и, как бы, ну, вообще, прям, вот реально настоящий Булкин, и, как бы, вот оно оттуда и пошло. То есть, сначала там Булка, ну, Булка, блин, как-то так себе, и, как бы, Булкин вот отсюда и взялось. Поэтому именно эта машина сыграла роль, в свою очередь, да, именно игра Flatout реально сыграла роль. И после этого, соответственно, я уже, ну, как бы, и тачку, и меня начали звать Булкой, Булка, Булка, я потом думаю, Булкин, типа. По-моему, меня назвали Булкой, Булкин — это уже я додумал. И, соответственно, вот как бы с того времени я Булкин, и именно эта тачка вот таким вот образом повлияла, пацаны.